Приготовила салат квашеные помидоры. Здесь у меня остались зеленые помидоры. Немножко их совсем было. Я вот порезала их, ну, такими кусочками. Произвольно, как на салат. Ну, вот так вот. Сюда добавила немножко чеснока и петрушки. И посолила чуть сильнее, чем как на салат мы солим. Все это без рецепта. Как было в интернете, так и я. Ни веса, ничего. Посолить чуть сильнее, чем на салат. И немножко сахара добавить. Ну, вот это вот мешать. Пусть оно постоит, пустит сок. Вот оно у меня уже сок пустило здесь. Теперь я уменьшу емкость, слаживаю их, накрываю и в холод на 2 дня. И посмотрим потом, что будет. Если он будет нормальный, я вам выложу это видео. Так, девочки, прошло 2 недели. Ну и вот такой вид имеют помидоры. Ну, неплохие. Если вот так вот по-простому, быстро, то неплохие. Можно приготовить нормально. Ну, и желательно, наверное, неделю не в холодильнике даже, а на балконе. Потому что холодильник как-то там температура более низкая. Вот. Так что пользуйтесь, кого заинтересовал этот рецепт. А в принципе неплохие, нормальные такие, как квашеные помидоры быстрого приготовления. Ну, не совсем быстрого, 2 недели. Вот. Так что ну, быстро приготовить вот так. Порезал, посолил, посахарил, все. А квасится 2 недели. Минимум. У меня так. Ну, все равно пробуйте. По вкусу, может, кому-то достаточно и раньше. Все. Всем приятного приготовления, а вернее закваски вот таких вот помидор. Все, пока-пока. До встречи на моем канале. Да, Василий. Вон он, Василий. Так, вон он, Василий мой. Всем тоже, девочки, передают привет. Вася. Очень вкусный корм, да? Не могу оторваться. Все, пока-пока.